В Доме культуры города Видное состоялся юбилейный концерт знаменитого районного оркестра русских народных инструментов. Руководителем этого выдающегося коллектива является заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Глейхман. Не одно поколение видновчан в свое время играли в оркестре Глейхмана. И, конечно, многие из них пришли в ДК, чтобы поздравить музыкантов и самого маэстро с 65-летием оркестра. Поэтому в зале был аншлаг. Оркестр русских народных инструментов города Видное был создан рабочим монтажником Московского коксогазового завода в 1949 году. Тогда оркестр был скорее любительским кружком, но новый этап развития коллектив получил в 1969 году с приходом Владимира Глейхмана, который не только стал руководителем, он сумел сплотить музыкантов, и теперь оркестр Глейхмана – это одна большая семья. Владимир Владимирович очень приятно работать, он человек творческий, неутомимый. Меня всегда восхищало и восхищает его преданность своему делу. Столько лет человек уже посвятил этому, столько лет он бессменно ездит, ведет это, держит это и вот так ценит, да, идею сохранения национальных традиций. Именно сплоченная дружеская атмосфера помогает коллективу оркестра русских народных инструментов плодотворно работать и получать удовольствие от своей деятельности. Владимир Полянский служил в оркестре 20 лет назад. Он играл на балалайке. Но и после ухода из оркестра никогда не забывал старых товарищей. Для человека это очень важно. Когда приходишь в коллектив, друзья все. Владимир Давыдович Глейхман, вот мы с ним дружим до сих пор, несмотря на то, что я уже столько лет не играю. Коллектив оркестра всегда пополнялся новыми и талантливыми людьми. Ведь для молодежи это прекрасная возможность отточить свои навыки и набраться мастерства у опытных музыкантов, которые трудятся в оркестре уже не одно десятилетие. Мне дало творческое развитие, плюс еще когда ты играешь в оркестр, у тебя улучшается память, чувство ритма, чувство гармонии, мелодии, более музыкально начинаешь мыслить. Плюс еще у нас дружный коллектив очень хороший, мы ездим на концерты, на гастроли. Оркестр Глейхмана – это визитная карточка Ленинского района. О нем знают во всей Московской области и за ее пределами. Владимир Глейхман сохранил и приумножил творческий потенциал народного творческого коллектива. Он не только талантливый дирижер и музыкант, он хороший руководитель. У него столько много наград, у этого коллектива столько заслуженных званий. Он и профессор, он и почетными знаками губернатора Московской области. Он и заслуженный работник культуры Российской Федерации. Но вот этот аншлаг, который мы видим сегодня в зале, вот это, наверное, самое большое достижение его лично как руководителя и коллектива в целом. И действительно, в зале не было свободных мест. Многие видновчане следят за творчеством оркестра. Он стал уже поистине народным. И не только от того, что в нем могут служить непрофессиональные музыканты, а потому что он завоевал всеобщую любовь зрителей. А сюда приходят для радости, радоваться, что встречаешься с натуральным звуком, с натуральным исполнением, с тем нашим народным, естественным. Видновский оркестр русских народных инструментов, без сомнений, ждет еще долгая красивая история. А мы, горожане, всегда будем гордиться его достижениями. Юлия Погосян, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.